Вас вітає перематч Одеса Open Cup. Фанати, фанати Unreal Mobi. Фанатська підтримка сьогоднішнього матчу була просто фантастична. Олександр, скажи, вчора ваша команда програла, але програла мінімально. Що ви зробили зі своєю командою вночі, що вони сьогодні так феєрично здобули перемогу? Ну, во-первых, всю ночь никто никого не напрягал, все настраивались, кому как надо было, может, кто как хотел. Тренер свою установку дал, но у каждого своя голова на плечах, поэтому мы видим, выводы сделаны были правильно. И победа не без поддержки, конечно, наших болельщиков, которые поднимали наш боевой дух. Ну, в принципе, заслуженная победа. По поводу вчерашней игры, ну, конечно, хотелось выиграть. Может, сказалась дорога, может, сказалась, даже не знаю, что еще могло сказаться. Может, недооценка соперника трошки была? Ну, может, и недооценка, но мы даже не пытались никого оценивать. На данном турнире все команды для нас, даже если известны, то они все равно новые, потому что составы у всех меняются по несколько раз в год. Поэтому тут сказать, что мы там переоценили или недооценили, нельзя. Мы никого не оценивали, мы выходили, играли свою игру. Скорее всего, сказалась дорога. Я думаю, из-за этого. Завдання у команди Unreal Mobi на цей турнір – перемога в турнірі чи більше відпочинок сім'ями? Ну, во-первых, Одеса – це завжди був отдых. Не сколько сім'ями, сколько командний. Для сплочення духа команди, вообще, ну, то есть для общения всем вместе. Ну, а амбиции у Unreal всегда были только первое место. Мы никогда не ездили на турниры с другими амбициями или какими-то планами. Только первое место. Ну, а там уже как победить сильнейший. Бажаю вам успіху в чвертьфіналі і взагалі в кожному матчі в нашому турнірі. І підтримуйте таку шалену групу підтримки вашого барабанщика. Він просто супер. Удачі вам. Шановні глядачі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки цьому відео та всім відео, яким є на нашому YouTube-каналі. Нас повинно бути 52 мільйони. Всім па-па. Перематч Open Cup. Одеса, 2021 рік.